In 2014, the residents of Crimea made their choice by voting in a referendum to reunite with Russia. How has their life changed in 6 years? Did you vote for reunification with Russia? Were you glad that Crimea became an integral part of Russia? Голосовали, очень был такой большой патриотический подъем. Это действительно был огромный праздник. Для нас это было возвращение. Да, действительно, мы возвращались домой. Родители мои голосовали. Моя мама всю жизнь хотела жить в России и считала, что Крым это 100% Россия. What improvements have occurred in Crimea since the referendum? Крым изменился, ну, после референдума в лучшую сторону. Дороги стали лучше. То, что происходит сейчас, мне нравится. Когда слушаешь тех же дедушек, бабушек, они рассказывают, как было раньше, что никакого роста не было, что вообще не вкладывались деньги в усовершенствование Крыма. При Украине все было намного хуже, и вот это вот все, когда все поменялось, когда Россия уже пришла, получается, в Крым, и все, я думаю, к лучшему пришло. Все-таки Крым изменился, построили Тавриду, мост, все, как бы, контакт с материком наладили, все, в принципе, хорошо и отлично. What has changed in infrastructure since 2014? Дороги у нас приходят в должный уровень, постоянные ремонты улиц, стройплощадки детские построены. In the Western media, Crimea is presented as a militarized territory. Is it true that the military patrols everywhere? На улицах все свободно, на улицах есть полиция, но нет вооруженных людей. Этого я не видел здесь. What is the job situation in Crimea? Работы больше стало намного, ну и, соответственно, зарплату подняли там. What problems does Crimea have today? Конечно же, есть проблемы, потому что санкции на Крым наложены. Посетить границу, естественно, как крымский житель, нет возможности, потому что по русскому российскому загранпаспорту вас не пропустят. Ну, тяжело жить, когда воду дают по часам, вода грязная, естественно, это все не нравится. Ну, я как молодое поколение никогда бы не подумала, что столкнусь с такой проблемой. What is the situation with the water supply? Ну, у нас проблема большая с водой, особенно в этом году, потому что у нас в этом году засуха, одна из самых страшных за последние 150 лет. Государство принимает очень большие усилия для того, чтобы водную проблему устранить. Будут строиться опреснительные установки, будут буриться новые скважины и прокладываются новые трубопроводы из водохранилищ, которые находятся в горах. What would you like to say to ordinary people in Europe? Приезжайте отдыхать к нам в Крым, потому что в Крыму все-таки очень чистая экология. Это одно из самых экологичных мест на всем мире.